я за собой сожгу мосты, не зная жалости. Новая жизнь известных песен. Солисты вокального коллектива «Апрель» на традиционном отчетном концерте исполнили для зрителей хиты советской эстрады. Каждая композиция в исполнении артистов звучала по-особенному, так как исполнитель старался внести в известную песню что-то свое. Каждый участник – это единственная и неповторимая природа, потому что песня она должна складываться из темперамента человека, типа голоса, внешности. Творческий коллектив «Апрель» существует в нашем городе уже более 30 лет. Солисты не раз становились лауреатами областных, всероссийских и международных конкурсов. Для каждого из них песня – это неотъемлемая часть жизни. Этот праздник песни, праздник творчества, праздник красивых людей, которые уже не просто не мыслят жить без песни, без сцены, без зрителей. Это их впечатляет, их заставляет жить полноценной жизнью. Евгения Коробко пришла в коллектив 7 лет назад, когда поняла, что ее жизнь без песни и сцены пуста. Под руководством Ирины Левченко вновь начала заниматься вокалом, а затем и выступать. Песни выбирает лирические и мелодичные. Ну, конечно, лирика. Ближе мне больше советские песни. Как-то более ложатся, как-то более душе моей. В итоговом концерте впервые на большую сцену вышел воспитанник детской школы искусств номер 2 Денис Савельев. Он исполнил известную песню Игоря Матвиенко и Александра Шаганова, которая в детском исполнении получила новую жизнь. Только мы с конем. Ярким дополнением к вокальным композициям стали танцевальные номера в исполнении хореографических коллективов «Аллегро» и «Гелла». Елена Грицкова, Максим Нифонтов, Владимир Лисик, служба новостей, Саров-24.